К новому отопительному сезону жилфонд Рязани, а это порядка 2700 домов, готов на 100%. Система проверена, в школы и детские сады тепло начали подавать уже сегодня. Понятно, что не одномоментно, но к понедельнику обещают включить все объекты. Включение будет с сегодняшнего дня, там где-то 1/4 часть. Завтра будем выходить на работу, чтобы включить отопление в социальную сферу. Послезавтра и, если надо, будет вообще-то планируем до 3 дня. Всех пустить. Так, и с понедельника планируем начать пуск отопления в жилой фонд. Все ремонты магистральных теплосетей уже закончены. Последние из них на пересечении улиц Новая и Попова завершили совсем недавно. Остался лишь участок квартальной сети на улице Черновицкой в 42 метра. Трасса здесь изношена, ее возводили еще в далеком 67-м. Впрочем, ремонт здесь тоже будет недолгим. К понедельнику должны управиться. В этом году сделали большие работы на 10 участков магистральных сетей. Тем самым мы повысили надежность теплоснабжения всего города. На данный момент мы готовы. Специально для тех, кто ждет подключения к теплу, на сайте РМПТС публикуют график присоединения. Дату для своего дома каждый рязанец может найти в специальной графе.